Так, ну давайте будем решать, куда вешать. Да, то есть это... внизу так и будет, да, вот так? Да. Ага. Ну можно же раздвинуть. Подвинуть право. Я бы, знаете, что говорил? Я бы немножко подвинул еще к батарее, потому что я здесь хочу шкаф. Может, это убрать? Да, давай это уберем, да. Потому что я хочу тут с правой стороны шкаф еще поставить для вещей какой-то. Ну так, чтобы не прям впритык к батарее, а... Хотя бы немножко сдвинуть, да? Вот так. О. Вот тоже? Да, 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 да. Тогда у меня, получится, останется место для шкафа. Вот тут. Правильно? Тут же уже ничего не будет. Навесная тумбочка. Видите, что, когда плинтуса стоят, плинтуса не помешают. Может, когда отец приедет. А это прикручивается к стене тумбочки, или она просто стоит? Вот это стоит. Вот это. Которая висит. Ну, тут плинтуса отец может приедет, их надо будет убрать. Почему? Ну, потому что оно впритык станет к стене. А что, оно будет шататься? Нет, оно шататься не будет, просто, просто щель. Просто зазорно. Ну, стену. Ничего, пусть будет, потом, мало ли, может, что-то надо будет другое. Самое, не надо убирать плинтуса, хай. А вот тут я хочу тумбочка, чтобы мне стало, тогда место освободится. А что эта тумбочка, она вот такая в длину или как? Ну, она сейчас готова, без дверей получит. А, и тут еще, а, понятно, да. Ну, это просто собранный корпус, его легче ставить, вешать. А полочки у вас есть, да? Вот, ну что лежит, все здесь. То есть мы должны сейчас решить телевизор, да, где будет стоять? Да, чтобы повесить эту тумбу, потому что... Вот тут стоять, посередине он будет стоять. Не-не-не, не будет висеть телевизор, а что слишком большой. Вот это. Ну, потом будем... Телевизор и шнуры идти оттуда. Ну да. Телевизор вешается, вот так он будет. Ну, Женя советовал говорить, не вешайте, он тяжелый очень, этот телевизор. Коля, прекрасно держится. Да, вот газбетон же. Да. Держится. Ну, крепежи специально. Да, там же длинные эти... Такие, ну, да, я просто смысл вам ставить, у вас розетки будут на виду. Да. Да, что ты поставишь, вот так телевизор, пусть стоят эти розетки торчат. Да, ты прав, лучше что-то туда ниже. Ну, может висеть, но где-то, вот тут получится телевизор где-то вот так и вот там где-то вот, да? А потому что не по центру он будет висеть, он чуть-чуть. Да, да. Везде... В диагонали, говорите, какая будет? Ну, 50-55, где-то вот большой вот этот такой, как у Самвела. Ну, он где-то вот так. Да, вот так он где-то. Ну да, ты прав, лучше повесить будет на стенку, но он не очень тяжелый. 55 это вот диагональ, но его длина где-то будет, наверное, 1.10 м самого телевизора. Ну, где-то там, да. Говорят, он по центру. Телевизор. Думбочку, наверное. Я не знаю, как он, вот так вот где-то вешает, да? Не, он же будет сюда немножко. Ой, с этой тумбочкой получается... Она должна быть ровно, но сам вопрос, как ее вешать. Получается, что с этой тумбочкой я и шкаф туда не смогу поставить, да? Угу. А нельзя ту тумбочку сверху на ту поставить? Через расстояние повесить? А что ты будешь, как ты пользоваться будешь? Ну, она будет сильно высоко. Ну, высота, смотри. А как она вообще должна вешаться? Туда, да? Повыше? На стенку, это уже чисто... Вот зараза. Да, а тут нельзя на стенку? А что ты хочешь, я не пойму, что тебе не надо? Ну, я шкаф туда хотел сбоку. Какой? Еще. Ну, любой для вещей, а потому что место мало. А что поставить с двух сторон, вот по центру? Нет, тут так не... А, ты что, да, это специальная, ну, там, навесная. Там ножки, они такие маленькие, там сантиметров по полтора. Тут ну, нет, ничего, тогда мне придется взять поуже шкаф, я возьму вот такой вот длинный, как пенал. Ну, понял, что вместо... Ну, тогда надо ее повыше, вот, как бы наискось, чтобы она была как-то так, ну, чтобы тоже не сильно высоко. Ну, вешайте тогда так, как вы предлагаете, да. А это, и это все, да, больше ничего тут? Не, полочка еще вот такая. Полочка, где? Полочка. А мы сейчас придумаем, куда полочку. Можно, ну, ее она... там, да. Ну, я не знаю, я такой, чтобы полочку не вешать, пока вы не повесите телевизор. Ее вешать проблем нет, я полностью ее соберу. Мне тоже так. А как она выглядит, полочка? Она... Ну, вот сама полочка, только она без этого сейчас, без... Как-то... А я не хочу, чтобы она сверху в над телевизором эта полка была. Ну, иди покажешь, я могу... Вот и там давайте ее. Вот здесь. Вот там. О, прекрасно будет, да. Возле батареи шикарно будет. Но это надо не ставить, это надо все-таки правильно оставить. Надо. Не надо сейчас. Ну, я не хочу полку возле телевизора, так хай пусть кто-то ставит возле батареи, но лучше будет. Ну, а не обязательно смотрит, что приедет. Не-не-не, хорошо, поставим возле батареи. Давайте тогда только это померяем, да и все, да. Вешать на какую высоту? Надо приподнять, не тяжело вам, чтобы посмотреть? Мне самое главное, чтобы сейчас, чтобы как-то... Давай, я помогу, на. Не-не, чтобы стену не поцарапал. Я крючок запрячу. А ближе ей нельзя? Можно, ну
нож, где рулетка, это край телевизора. Ага. Ну, тогда надо, да, тогда надо вот как бы, чтобы вот так, и получается вот вровень с вот этим вот, чтобы оно... Ну, так. Это логично, да, да. Это тоже такая. Вот так будет нормально. Наверное, вот так. Да, 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 да. Да. Да, да. Получится, что если это будет впритык стоять, что я думаю, вот этот впритык, вот это она стоит. И это впритык только как бы на весу. Вот, чтоб... Она так в магазине тоже висела, только она ближе висела. В магазине она висит, она же... Да. Ну, как на картинке. Да, я помню, что телевизор. Да, давайте это, так сделаем. Оно будет некрасиво, телевизор будет как бы вот одну площадь занимать. А... Не, это сам прав, да, мы стенку сделаем. А вот эта полка сюда прекрасно будет стоять. Не надо ее сверху вешать, потому что я там лучше повешу, я хочу такую квадратную, типа вот так ромбом. Ты хочешь просто сюда вот так полку? Ну да, пусть будет, там будут фигурки стоять. Ну, в принципе, часы, да. Да, оно очень хорошо там смотрится. Да, она хорошо там, смотри, она как раз будет прекрасна там. Но ее надо тогда как-то, может быть, на уровне вот этого, если, допустим, пониже ее просто посмотреть. А низко она будет некрасиво. Не-не-не, надо выше ее. Не, выше вот там, где вы ставили, ну, прекрасно. Ну, это же часы, то часы, знаете, будут как вот так вот, под лицо вот оно под лицо. Не, вот хорошо, Самвел, очень хорошо, да, да. На уровне лица ставить. Не, полка прекрасна, да, мне тоже нравится здесь, хай будет. Ну, так, вот да. Смотрите, я придержу, а вы посмотрите вот издалека. Вот. У меня уже поднять. Глаз пристреленный. Вот оно кажется как-то часы, как будто не, на полке. Не, надо делать на уровне лица. Вот где-то может быть вот так. Не-не, вот чуть-чуть вот. Выше, вот так, да. А мне кажется, что вот так бы, если было, можно что тут можно какие-то вазочки поставить, можно и протереть нормально. Я не знаю, что ты считаешь, то, что там должна быть полка. Это сильно высоко. Ну да, мне кажется, что вот на вот этом бы уровне, вот если бы оно пошло вот так. Вот на нашем месте полка сейчас тут не видишь. Вот и я, что отец бы повесил сам, он бы посмотрел. Ты не понимаешь, что я тебя говорю, если вот сюда. Почему тут нельзя сделать полочку? Вот тут. Если повыше чуть-чуть, чтобы до гардины не доставало. Вот туда идти. Ты шо, ку-ку? Чо ку-ку? А что, у вас открыты шторы постоянно. И что мы там будем складывать? Цветы поставить, котов поставить, статуэтки. Над головой, чтоб бахнулось. Чё над головой? Ну а так а чё набахнуть? Так все может бахнуться. Да. Это плохо сюда полочка, вот если будет. А шторы? А если не закрывать, что ли? Не знаю. Ты шо, ку-ку? А я шучу. Надо что-то, чтобы вам пообсуждать было в комментариях. Не шкали никогда. Сегодня уже нам как заправили кровать. Уборка была сегодня. Убрали нам. Водичку принесли. И кровать заправили. Ну, коляска, смотри, какой мы номер получили. Вот это такая кровать. Дит у нас балкончик такой вот. Телевизор. Холодильник, конечно, ужасный. Вот холодильник, я не знаю, потом придет этот, пускай воду тут сливает, моет его. Смотри, что творится. Пусто. Вот тебе туалет такой. Номер, конечно, ужасный. Посмотри. Ну, посмотри, Костя. Отваливается. Вот тебе такой номер, сынок. Прекрасно. Сейчас пойду возьму другую насадку и шуруп. А что сюда? Тут сколько килограмм выдерживает? Это по стене. А, там ставьте нормально. Можно, да? Да. Ну, у вас же газобетон сильно, что не нагружаете. Может, надо было повыше ей повесить, или нет? А? Ну, я по стандарту повесил. Потому что, получается, курточку повешешь, и как она будет висеть? Чтобы перевесить выше? Ну, я что-то так думаю. Потому что, ну, она ж маленькая, да, вот, к примеру, курточку. Тут что, получается, носки тики повесишь, ты что? Ну, то есть, ну. Да, ну, мне кажется, что я повесил повыше. Можно, да? Это не вопрос. Так, ребята, получилось.
такая вот стенка, смотрите, все-таки полку повесили здесь, она очень красиво смотрится вот напротив часов. Я все-таки решил, что ниже не надо, как так советовал Самвел. Вот. Тут получилось вот так, то есть тумба и место для телевизора. Но сегодня мы решили, что я заказал еще одну стенку такую же. Значит, сделаем так. Вот этой тумбы здесь не будет. Сюда закажется еще одна такая же. И тут будет во всю длину идти вот такая вот длинная. А с двух сторон висеть вот такие вот два шкафа. Посередине будет телевизор висеть. А вот это пойдет и станет вот сюда сбоку. Тут две будут стоять. Одна и вторая. И оно будет очень красивое. Оно хорошо сочетается с диваном. Вот будет еще одна вот такая вот, видите, полка. Такая же полка будет висеть вот здесь, над кроватью. Ну, я думаю, что в зале вообще будет все прекрасно. Уже по-другому все будет смотреться. Так, смотрите, как получилась прихожая. Получается, я попросил мастера, чтобы он немножко поднял повыше ее, потому что, ну, чтобы можно было нормально курточку повесить. То есть вот тут такая вот банкетка. Тут можно будет сесть себе спокойно, взуться, то есть тут тебе мешать не будет сверху. Там будут висеть, то есть курточку раз, пришел, повесил себе, там сверху что-то поставится. Также вот попросил, чтобы прибили вот такую вот классную ключницу. Кстати, спасибо огромное Кристине. Кристина Д, кто не знает, подписывайтесь на канал. Вот семья Сытник. Видите, такая вот классная штучка. И также попросил, чтобы мне картину сюда прибабахкали, ну, потому что, знаете, оно все такое белое, и надо, чтобы что-то немножко разбавить. Эта картина очень красиво здесь смотрится. А вот тут будет потом в дальнейшем большой шкаф купейный такой огромный, вот на целую стенку, и прекрасно будет. И будет просторно здесь, вот он сюда станет, и будет хороший коридор. Да, Вильчик? Да?